Всем доброй ночи, друзья. Сейчас я уже там давно все управился. Мне нужно сейчас выловить цыплят, и, ну, которые выводятся, перепелят, если быть точнее, и отнести их вместе с вот этими аквариумными, отнести их на тот двор. Я там им место подготовил. Я снимал здесь ролик, и там в комментариях много людей писало по поводу того, какой у меня инкубатор. У меня Nest инкубатор, Nest 200. Nest 200 Pro, если быть точным. И он полный автомат. Он работает от аккумулятора, вот над ним. Прямо на нем стоит аккумулятор. И клеммы подключены. В общем, как только выключают свет, а у нас на этой неделе идет плановое отключение по 2 часа в день, я абсолютно не переживаю, и как бы аккумулятор спокойненько справляется с отключением. Вот так. Ребята изготавливают инкубаторы в Харьковской области, отправляют по всей Украине. И, в общем, ссылку на сайт, где можно заказать, где можно посмотреть, я вам оставлю в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии. Потому что люди спрашивали, я вам всегда говорю, что, ну, вот такую вещь я могу вам прорекламировать, потому что за его качество я ручаюсь, потому что, ну, как бы вывод происходит у меня хороший. Я не подстелил пеленку, это моя оплошность, и они там немножко загадили, поэтому, ну, уже завтра днем открою, ну, 5 минут, можно сказать, проветрится, и я протру пол. Сейчас идет вывод, вывод происходит прямо в лотке, не выкладывал на пеленку, а вот так прямо в лотке стоит, и выводятся перепелята селадоны. Это от моих курочек, вот это все яйца живые. Почти все наклюнуты. И вот стоит ведерко. Поворот я отключил, чтобы, ну, как бы поворотный механизм не сломать из-за того, что в инкубаторе стоит ведро. Там уже находится перепелята. И сейчас их будем вылавливать. Я этим инкубатором пользуюсь уже, ну, как бы на протяжении почти года. Потому что я его получил то ли в апреле, то ли в мае. Ну, ездил я за ним. И почти год я им пользуюсь, ну, относительно год, не круглый год, но очень нормально я так ним пользовался. И могу сказать, что вывод у него крутой. И еще, знаете, по какому признаку определяется качество инкубации? По здоровью птенцов. В хорошем инкубаторе сильный птенец, сильный, хороший, такой активный, крепкий, я не знаю, ну, как бы это тоже все зависит и от качества яйца, но и в большей степени от условий инкубации, потому что правильная инкубация, как бы не только там правильные температуры, а именно вот чтобы оно именно инкубировало в этих правильных температурах, несмотря на ни на какие обстоятельства, такие как отключение света или еще что-то. Мне очень нравится, что он очень громко сигнализирует о какой-либо поломке. Очень громко. Сюда не обращайте внимания, это я сам открыл. Это, так как стоит тяжеленный аккумулятор на нем, то я решил крышку не прикрывать, потому что временами я отключаю его и там пылесосю, потому что у меня идет, ну, как бы постоянно докладка инкубатора яйцом, и одновременно идет постоянно вывод, поэтому там немножко собирается пыль от вылупа. Ну, как бы вот такие вот дела. Все, сейчас буду доставать и покажу, что уже вывелось на этот момент. Ну и будем забирать цыплят на тот двор. Все. Потому что в аквариуме они как хорошо растут. И запашок от них, конечно, чем они старше становятся, тем сильнее от них появляется запах. Так что вот так. Вот такое количество вывелось птенцов. Кажется, что у одного разъезжались ножки, но, возможно, уже не разъезжаются, потому что на коврике, это он там на
на голых, на, ну, на голой покрашенной поверхности, на голом полу. Там, конечно, так, кто-то там застрял или нет? Нет. А вот как бы на коврике не должны ножки, ну, на пеленке разъезжаться. Я не знаю, сколько здесь я просто собирал. Сегодня очень был тяжелый, загруженный день. Поэтому я просто их время от времени сюда складывал. И так как им вот здесь будет тесно, и плюс цыплята побольше, поэтому я, ну, как бы должен их сегодня, не хочу, чтобы они до утра сидели голодные. Так как птичка очень мелкая, и она не может себя так долго прокормить желтком, как, например, постарше. Вот так. Ну, а цыпочки, вот те, которые выводятся, это из яйца от моих кур. Я вам рассказывал, от разных пород. И они вот такие. О, гля какой! Давай еще свались со стола. Очень шустрые, крупненькие, хорошие. Там читал комментарий, кто-то написал сонный цыпленок. Но что значит сонный цыпленок? Они в тот момент, когда я снимал, только выводились. Ни о каких сонных цыплятах речи быть не может. Может быть речь о цыпленке слабеньком от того, что он только вывелся, еще не окреп. А так, все шустряки, все крупняки, реально все прям такие, все едят отлично. Мне нравится. Вот прям все крутячие. Все, сейчас их накрываю шапкой и идем на тот двор. Ну, в общем, собираемся. Ну, вот так. Тут все, как всегда, легко и быстро подготовлено. Раз, два, стены протер, пеленку постелил и красота. Давайте хоть посчитаем, сколько вылупилось цыплят. Оп, оп, оп. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Да тихо! Надо им по мордасам дать. Помолчали. Помолчали. Тихо! Тихо! Сейчас. Гля, какие крикливые самцы. Свет включил и заорали. Вы видите, что перепелов. Боже, квакают, ох и жабы. Просто мозги повыедают. 18 штучек цыплят. И посмотрите на этих тараканчиков против цыплят. Да? Оп. 2, 3. Ну и плюс цыплята ведь не суточные. 4. Так, глаз привет. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19. Пока на сегодняшний момент 19 перепелят вылупилось. Это я закладывал от своих курочек вроде бы 56 штук. Если я правильно помню, вообще вылупилось вот 19 штук. А живых было, ну, первый раз, когда правоскопировал, было вроде 43, если я не ошибаюсь. Но в конечном итоге на вывод я поставил 39 яиц, поэтому сколько там выведется, ну, пока непонятно, но вот на данный момент 19. Один мне цыпленчик не очень нравится, ну, а там посмотрим, какие они будут. Боже, как квакают!
хочется их уже, знаете, временами они молчат, перепела, и как бы вроде не мешают, а временами вот так орут, как сумасшедшие, и их прям хочется куда-то в отдельную комнату, да, чтобы они... Боже, как квакают! Вы что, издеваетесь, что ли? Вы что, издеваетесь? Я не пойму, что это за перекличка среди ночи? Яйца выкатились, молодцы, не? Молодцы. Вот так. Охи разорались. Это потому, что включил свет. Оп. Да тихо. А если выключить? Задолбали, бля. Может то, что я их переполошил, получается, да? Оп. Ты вот тут, чтобы кто где не ходил, корма им хватало везде. Единственное, знаете, вот с перепелами сложно в этом брудере. Ну, есть один минус. Когда их очень много, они могут залазить вот туда, вот под вот этот бортик и застревать. Но это когда их много, сейчас их поменьше. Что еще хотел сказать? Перепелов отсюда я убрал. Тех, которые постарше. Вы тут не переживайте, в помещении максимальная жара. Ну, как я имею в виду тепло. Сейчас еще поменяю пеленку вот этим. Охера орут. Это не всегда так. Вы что, с ума посходили? Че вы орете? Что вам надо от нас всех? Вот так. Свежачок. И вот, бля, на камеру навел, замолчали, замолчали. Вот так. Оп. Нате. И не орите. Да не орите вы мне тут. Оп. Ох и крикливые валенки. Оп. Водички сейчас еще нужно. Нужно долить. Ага, это. Вот это вот. Вот так. Оп. О. Как скоро будем ждать яйцо от них. Я не знаю. Все, включаю свет, потому что не помогло выключить свет, как орали, как сумасшедшие. Так и орут. Перепелов молодых я никуда далеко не прятал. Вот эти мои металлические сетки, корм. Долго будете орать? Надо, наверное, какой-то звук издать. Какой-то громкий. Кто будет молчать или не будут? Это с ума сойти можно с ними. Пересадил вот их в эту клетку. Они здесь будут совсем недолго. Отсюда же переберу сестре немножечко. Ну, как бы. И есть еще такая же клетка. В нее нужно пересадить самцов. Как бы поставил тут на выходе, чтобы мне удобно с ними работать. К цыплятам я один раз в день захожу. Ну, досыпать, подолить воды. И на этом все. Ладно, сейчас покормлю всех, напою, а потом уже закончим ролик. Все, я всем подоливал. На самом деле, чуть не оглох, я не знаю. Сейчас это. Уже у нас и ночью плюсовая температура такая, не сильно прям низкая, поэтому уже не буду закрывать окна вообще. И не буду сюда цеплять прям вот с первого дня, не буду сюда цеплять вот эту пленку защитную, потому что, ну вот, окна открыты, двери закрыты, и температура держится 37, вот как положено. То есть ничего не падает. И в помещении не думаю, что намного прохладней. Свет у нас выключают с 11 до часу. Я приду, прослежу за ними, как они будут себя вести. Но я думаю, из-за темноты... Лапки, гля. Гля, что делает цыпленок. Вы видите, что делает цыпленок? Перепелят за лапки хватает. Тебе что, червячки, что ли? Ты что, вообще валенок? Это от падуана валенок, понимаете? Такой с рыжей мордой.
Ля, ля. Ля. Да не червячки то. Ля, что делает? Эти бентамки. Перепелята среди них как эти. Как будто блохи у цыплят завелись, да? Но я думаю, что они сейчас освоятся, и все будет нормально. Вот так. Знаете, когда появляются новые цыплята, сразу замечаешь разницу, да? То есть так ее не сильно видно. Вот смотрите, вот пуховый. О, ля-ля-ля, оп. Ля, еще что-то он тут понимает. Ой, не мои цыплята, да, я этих не знаю. Вот, ля-ля, ты что, с ума сошел? Такие же цыплята, как и ты. Чтоб оно понимало, вот чтоб оно понимало, да? Вот такой же прям, как он. Вот одинаковый по возрасту, ну, то есть по породе. А этот в два раза мелкий, перепуганный. Вот твои. О, домой попал. Чтоб оно понимало, да? Ты что бы... Кто тебе клюнул перышко? Вы видели? Это еще что? Чего вам не хватает? У вас все насыпано, водичка в свободном доступе. С ума сошли? Может, им жарко? Да, сделаем 33. Что случилось? Цыпленок теперь нашуганный какой-то. Ну вот так, короче, этот свет им выключил, этот будет временами у них отключаться, пусть привыкают к полумраку, потому что, ну как бы я заметил, что у кого-то выдернули перышко. Не знаю, кто это сделал, не знаю зачем, вы видите, чем я кормлю, чем я пою, что вроде все до этого было нормально, а тут на тебе, короче, кто-то сделал небольшую пакость. Ну вот так. Все. Сейчас дверь закрою. Ой, оно наберется. 33. Тут все хорошо. Думаю, сейчас успокоятся и не будут их клевать за лапки. По какой причине они их клюют за лапки? И притом многие хватают. Ну и думаю, что все будет нормально. Вот так. Тут тоже все хорошо. Мой бздюшечник вот потолстел. Ой-ой-ой, подрос. Ну, как бы вспышка у меня пропала, потому что телефон сейчас разрядится. Но ничего страшного. Ну, вот так. Все, у всех все хорошо. Все накормлены, напоены. Самцы наконец-то замолчали. Ну, вот так. На сетку я их посадил только что, то есть убрал пеленку и больше не хочу стелить. Пусть привыкают, возможно, они немножко ругаются именно из-за того, что нету пеленки под ногами. Но они достаточно уже прям крупные. Перепелки еще были мельче, чем сейчас цыплята, и уже сидели на сетке, а цыплята уже крупненькие, так что... Все будет нормально. Даже вот эти два последние, ну вот видите, какой уже, какие крылышки у него уже выросли хороший. И вот второй. Тоже вот такой уже, опачки, хороший. Все, ребят, буду уходить. Все нормально. Этим долил, досыпал, водички налил, корма досыпал. Все нормально. Пусть едят, пьют. Цыплятам налил, корма насыпал. Капусту забыл купить маленькую. Купил опять две большие гусям и курам. А сюда надо маленькую подвесить. Завтра возьму. Оп-оп-оп. Что такое за птанцы? Все. Тут подосыпал, подоливал. Все замолчали. Не знаю, почему они орали. Ну, как бы корм и вода у них была. Я просто чуточку долил. Ну, в общем, замолчали. Этим тоже подоливал, подосыпал. Все. Вот такой небольшой ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем...
Ой-ой-ой-ой-ой. Да хватит есть цыпля. Ляш-ляш, что делают? Почему цыплятки так себя ведут? Это очень... Ах, вы паразиты толстые. Очень мне не нравится их поведение. Но я думаю, это по причине то, что они их только-только вот увидели. Они вот подергали эти им пальчики. Они несъедобные, и я думаю, что они сейчас же это дело прекратят. Так что все должно успокоиться. Все, водичка есть. Водичка кипяченая. Корм насыпал. И такие шустрики. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.